Проект, стартовавший в группе «Илим» в 2016 году, называют одним из самых успешных компаний. Добровольцы-спасатели из корпоративной программы доросли до корпоративного движения. За развитие его в филиале в Коряжме с марта этого года отвечает штаб в составе с инициативными участниками. Число сторонников движения постоянно растет. В ноябре в филиале завершила первоначальное обучение шестая волна добровольцев-спасателей. Хотелось бы вас, первое, поблагодарить с тем, что вы прошли это обучение. Обучение, возможно, непростое. Вот. И хотелось пожелать вам удачи. И следующий момент, который скажу. Очень бы не хотелось, чтобы вы применяли, чтобы вот эти вот несчастные случаи, кризисы в вашей жизни вообще возникали. Вручение сертификатов стало итогом пройденного обучения. Теперь участники корпоративного движения «Добровольцы-спасатели» пополнят ряды нештатных противопожарных формирований. Вручая сертификаты, директор филиала в Коряжме Сергей Кривошапкин отметил, что в числе участников корпоративного движения велико число представительниц прекрасной половины человечества. Несмотря на то, что девушкам пришлось пройти серьезные испытания, они все достойно освоили курс первоначальной подготовки и сейчас, вооруженные знаниями, умениями и навыками, в любую минуту готовы прийти на помощь. Для этого они и решили вступить в команду добровольцев-спасателей. Ну, чтобы правильно и своевременно оказать первую помощь, а также не растеряться в чрезвычайных ситуациях. Меня привлек опыт коллег своих. И, конечно, не дай бог, чтобы это может и в быту, и на работе, чтобы правильно себя вести в стрессовых ситуациях. Ряды участников корпоративного движения «Добровольцы-спасатели» пополнили 73 сотрудника цехов и производств комбината. Помимо удостоверения по пройденным обучениям, сегодня им вручили сертификат добровольца, шевроны с соответствующими нашивками и сувениры. В завершении церемонии награждения обязательно фото на память.